рад, что вы снова на ногах, генерал. Посмотрим, надолго ли. Привез вам, парни, сувенирчик. Артефакт Зелнага восстановлен. Молю Бога, чтобы он сработал так, как мы рассчитываем. Уж лучше бы он сработал. Мне не улыбается рисковать жизнью из-за какой-то инопланетной хреновины. Верно, Тайкус. Но если бы я делал ставку только на артефакт, я бы столько не протянул. Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело, слепая удача или храбрость, в жизни не видел, чтобы паре оболтусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Но нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели. Или погибнуть, если такова будет цена. Потому что есть вещи, за которые стоит бороться. Последний рывок. Ты готов? А то как же. Прикинь, саму королеву клинков завалим. В героях будем ходить. Старик Менгск у тебя еще прощение попросит. Давай сразу договоримся, Тайкус. Если Валериан прав и Керриган снова станет человеком, я увезу ее отсюда. Ты понял меня? Я понимаю тебя, Джимми. Конечно, ты хочешь, чтобы она вернулась. Но после всего, что она наворотила, скажем так, некоторые люди не заслуживают второго шанса. Это уж мне судить. Сколько же мы гонялись за кусками этого артефакта? А как собрали его, так места себе не нахожу. Отлично тебя понимаю. Смотрю на него и как будто слышу голоса. Скорее бы отделаться от этой штуки. Согласен. Однако сегодня этот артефакт – важнейшее оружие во всей Вселенной. И мы им воспользуемся. Кабы к нему еще инструкция прилагалась, а то еще свернем пространственно-временной континуум в бублик. Ну ты загнул, Тайкус. Это ж тебе не научная фантастика. Все эти годы Менгск изображал тебя эдаким дьяволом во плоти. Но я видел, как ты рисковал жизнью ради людей, которые с удовольствием пришили бы тебя. Вашего императора давно пора поставить к стенке. Я просто хочу, чтобы люди жили свободно. Знаешь, Рейнер, когда выходишь на передовую плечом к плечу с незнакомым человеком, принимаешь на себя вражеский огонь, держишь позицию, тогда и выясняется, кто чего стоит. Для меня честь сражаться вместе с тобой. Я ценю это, генерал. Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне. Вы принесли мне артефакт? Как мило. Не придется собирать его по всей Вселенной. Тревога.
Приближается крупная группа зергов. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Неплохая защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. Итак, всем привет, мои дорогие друзья. Мне интересно, что же я сейчас прохожу. По идее, я должен проходить антивоздух. Командир, зерги вот-вот пойдут в атаку. Вам нужно как можно скорее усилить оборону бункерами и дополнительными войсками. Если ситуация выйдет из-под контроля, используйте энергетический взрыв, чтобы очистить базу от зергов. Энергия восстанавливается довольно быстро, поэтому используйте артефакт, как только посчитаете нужным. Поди ж ты. Зерги скоро пойдут в атаку. Я понял. Значит, мы будем блокировать им доступ. Пока что все заходим в бункер. Вооружен и опасен. Выкладывай, что стряслось? Есть работенка. Так. Пошлопай. Кому наверх? Давай, удиви. Приказы будь, я уже заждался. По одному же интереснее запускать, правильно? Они мне тут воздух шлют. Оверы свои. Гадкие. Ладно, посмотрим, что у них будет. Давай, удиви меня. Опишите характер недомогания. Без так, проблем. Маринад посылаем сюда. Я, насколько помню, медик посылаем сюда. Приказы будут. Говори, мы теряем так, время. Так, сделаем, посмотрим, что из этого выйдет. Вооружен. Есть 4 медика, опасен. Двоих на эту сторону, двоих на ту. Что у нас здесь? Ну, здесь, в принципе, довольно неплохо укомплектовано. Значит, ну, хотя и здесь тоже более-менее. Отлично! Ваши войска атакованы. Так, на нас пока идет вроде немножко воздуха, но это не сильно много. Так, что будем делать? Ну, во-первых, естественно, построить лабораторию. Есть и работёк. Построить еще парочку таких зданий. База атакована. Где-нибудь вот так, я думаю. Есть, сэр. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Ой, отлично. Артефакт пока восстановлен. Приказы будут. Очень и очень хорошо. Так. Ваши войска атакованы. Ешечкой. База раскидаем. Атакована. Промазал. Пристройка завершена. Промазал им. Боже ты мой. Давно я в StarCraft не играл. Ну да ладно. В принципе, пока справляюсь. Троих сюда. Ваши войска атакованы. Так. База атакована. Улучшаем. Ваши войска атакованы. И давайте по пехоте. Призыв готов. Посмотрим. Кого подлатать? Кто из этого выйдет? Так, нам рабочие не нужны, да, все верно. Заделан. А, ну тогда. В принципе, еду. Я могу просто ставить вот здесь. КСМ готов. Вас послать добывать. Кто на новенького? Что? Еще где-то три здесь страдают фигней. А страдают они фигней, что потому происходит? Что. Все круто. Положи. Есть, а? Пристройка. На патрулях поставим, завершена. Чтобы они сейчас тянули здесь все. Атакована. Входящие. И здесь сообщи. Тоже. Давай, удиви меня. Внимание! Большая группа летающих зергов направляется к артефакту. Вызывали? Так, вот здесь бы идеально, конечно. Кого подлатать? Вооружен построить, ну ладно, давайте пока вот так сделаем. Что и происходит? Попробуем быстро. Ваши войска атакованы. Сдать. Вот у нас воздух. Теперь точно воздух. Так скажешь. Ваши войска сюда, сюда, база сюда. Атакована. Кому навешать? Сюда, сюда, сюда. Да. Высылайте подмогу!
Так, приказ нужно уничтожить понял. Его срочно. Как угодно. Мне не нужно, чтобы он тут не под боком стоял. И нужно делать срочно тоже улучшение грейды на воздух. Я уже заждался. Без грейдов будет срочно грустно. Ну? Ваши войска атакованы. Что у нас здесь? Здесь более-менее нормально. В основном ваши у нас будет нападать, атакован. Как я уже сказал. Отбой, места мало. Я думаю... Эти ребята... Что происходит? Построят мне еще вот здесь вот. Входящее есть? Сообщение. Так. К вам приближается стая зергов. Точняк. Так, еще одна стая зергов. На этот раз у нас здесь все получше. Атакованы. Довольно быстро рассыпались, отлично. Так, давайте еще, наверное, парочку поставим. Кругом враги! Отбой, места мало! База атакована. А, потому что строить пытается другой, я понял. Еду! Ваши войска атакованы. Так, ну здесь плюс-минус. И нам то же самое еще нужно снизу ваши сделать. Ваши войска атакованы. Так, снизу. Раз. База атакована. Три. Раз, да. Два, три. Четыре. Водишь ты. И впендюрить вот здесь маяк. Угу. Тревога. Обнаружено пси-излучение класса 12. Приближается королева клинков. Устала я управлять своими малышами. Придется разобраться с вами лично. Посмотри, ХП. Блин, ну даже не знаю. И, скорее всего, нас раздамажит очень жестко. Ну? Ну да, они даже подхилить не смогут толком. Попробуем. Блин, минус один крейсер, это плохо. Там был ематый дамать. Сэр, мы засекли крупную группу летающих зергов. Они направляются к вам. Ты пожалеешь об этом. Вот это плохо. Мы отбросили ну, ее. Не очень. Так держать. Ладно, нормаль. База атакована. Так, ну с летающими база зергами атакована. Плюс-минус нормаль. С наземными похуже. Давайте вот это покилим. Ваши войска атакованы. Мне нужны есть. Здесь больше юнитов. База атакована. Только дохиляете еще, наверное. Эй. Вот так вот поставим. И плюсом. Да, да. Ваши войска так. Атакованы. Здесь вроде все нормуль. Это хорошо. Что стряслось? Так. И втроем, понятно, и вдвоем. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. Недостаточно Ёшечка. Энергии. Так, я, кажется, хотел развиваться почему-то, но что-то я тупанул. Что ладно, нужно строить арсенал, которого у меня нет, и центр синтеза, которого у меня, в принципе, тоже нет. Зато я могу призвать кучу полезных ребят. База атакована. Вызывали? Сосредоточим вот здесь. Ваши войска атакованы. Здесь база юнитов. Атакована. Раскидаем. В принципе, ребята должны отбиться легко довольно. Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы с этим. Я воронку делать буду. Вот здесь, наверное, ешечку поставим. Куда стрелять? И вот здесь, наверное, ешечку поставим. Главное, чтобы теперь они по своим не дамагали. Будет хорошо. Сэр, к вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. Ну, надзиратели, это я помню. Просто в теории должно все быть. Плюс-минус собака. Вот здесь будет плохо. База атакована.
База атакована. Вот этих надзирателей надо срочно убить. Я забыл, что они по всем местам раскидываются. Сзади база должен поставить антивоздух, потому что уже вот. В пути. Ваши войска атакованы. В целом центрушка нормально держится. Будет сделано. Плюс-минус. Так, и быстро ставим антивоздух. А? Так, раз, два, три. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Так. Я вышвырну вас со своей планеты. Достал уже. Ее, правда, так просто не пробить, но мы попробуем. На связи. Так, на что она будет тут атаковаться? Да, она мне танк сломала, мразь. Наши КСМ атакованы. Входящее сообщение. К вам приближается стая зергов. Так, ладно, нормуль. Керриган исчезла! Ребята, вперед! Так. За дело? Пути! База атакована. Здесь нельзя скрыть. База атакована. Враги! За твой счет. Есть? По базе база пока все нормально. Здесь мы с вами построим перед ними еще два бункера. Дабы тыкаться во что-нибудь. База. К вам приближается стая зергов. Так, здесь срочно нужен бункер. Вводим его сюда. Я понял. Так, и надо какой-нибудь отряд взять, который будет убивать. Воздух, ну, давайте это будете вы, точнее, ребятки. Скоро здесь будут нужные мне вещи. База, ваши войска атакованы. Выкладывай. Что стряслось? База атакована. Наши КСМ атакованы. Сверхурочные! Еще раз, КСМ-ками. В принципе, пока нормально. Скорее в атаку. Вы сюда. Ты мне подкинь вот здесь вот еще. База атакована. Два, наверное, три. Угу. Пофиг, он один справится, в принципе, я думаю, отсюда мы заберем четверых вот сюда. И вы будете прогуливать дальше. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Что у нас здесь? Здесь ничего хорошего. Ну, в принципе, я не скажу, что прям есть какая-то проблема, но решать я все равно надо. И здесь нету особо антивоздуха, я думаю, что мы его вот так вот решим. База атакована. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже такое же. Окей. Сейчас мы их поубиваем всех. В принципе, все окей. Так, по-хорошему надо было ставить две штуки их, но я что-то тупанул, как обычно. Ладно. Наши КСМ атакованы. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Пусть там королева. И зачем вы сюда явились, недоумки? Плюс-минус дамажится, если хочет. Война. Наши КСМ так атакованы. Хватит прохлажда. Могу ли я кого-то еще здесь создать? База атакована. Покинуть корабль! Не торопись. Недостаточно. Нет, только энергии. Него. Улучшение недостаточно энергии. Входящее вот сообщение. База атакована. К вам приближается стая зергов. Она снова отступила. Держим строй! Так, ну, мы продолжаем здесь строить. Отбой! Места мало! Здесь приближается атакована. Большая крупная кучка зергов. Ваши войска атакованы. База здесь все атакована. Плюс-минус нормально. Выкладывай!
Да, на самом деле отсюда. Так, вот так. И послать. Покинуть корабль! Кто-нибудь еще сюда. База атакована. База атакована. ТСМ готов! Нашечку всех закупаем. Ну, просто чтобы у меня под конец была плюс-минус какая-то армия. Конечно, плюсом было бы развиваться. Тревога. Обнаружен летающий зерк класса 10. Летающий? Что за... Сэр, я вижу на сканерах самого крупного зерга из всех, что нам встречались. И он приближается к вам. Недостаточно минералов. Так. Пристройка. Завершено. Лишечку 50 энергии. Ладно. Готов. Что ж поделать? Сейчас это говно нападет на нас. Будет все круто. База атакована. Ну, здесь вот скопимся. Ну давай-давай, летающий зерк класса 12. Я жду тебя. Я, кстати, на Кири, получается, использовал немножко рановато. Улучшение завершено. Твою фигню. Ладно, пусть летают. Мне не критично, они, в принципе, здесь плюс-минус устанавливаются. Наши КСМ, запас энергии артефакта полностью восстановлен. Ваши так, войска, база атакована. База атакована. Быстренько бежим внутрь сюда. Понятно. Сюда и сюда. Входящее сообщение. Буду. Сэр, к вам летит еще одна стая зергов. База атакована. Покинуть корабль. Так, все, армия вроде готова. Сейчас будем выносить это говно. База, да не меня, честно говоря, подзадолбали немножко. Высылайте подмогу! Мы, в принципе, база его довольно атакована. Быстро вынесем. База атакована. Отходим! Обнаружено пси-излучение класса. Вот то, что Керриган вышла, конечно, не очень королева хорошо. Королева клинков возвращается. Ой. Глупцы. Вы даже не представляете, в какую игру ввязались. Наши КСМ атакованы. База наши КСМ атакованы. База атакована. Давай, удиви меня! Керриган, правда, слабо подействовал. Королева клинков уходит. Не прекращать огонь. Лот вызывали? Наши КСМ атакованы. База атакована. Ну? База атакована. Летим нашим отрядом. Зачистим все вот здесь вот. База атакована. Лот вызывали? За дело. База атакована. Покинуть корабль. Я уже заждал. Так, нет, вы все-таки, ребятки, давайте сюда через два фиг с вами. Маленький мобильный отряд, я думаю. Входящее сообщение. База атакована. К вам приближается стая зергов. Вооружен и опасен. Что стряслось? Да, да. База атакована. База атакована. Творишь ты, блин, дебил. Я же тебе сказал, строить вот здесь. Уйди. Наши КСМ атакованы. Есть. База атакована. База атакована. Есть. Входящее сообщение. К вам приближается стая зергов. База атакована. Ох, база ты ж мать. База наша КСМ атакована. Вот это я не успел как-то заметить. Я не продержусь в одиночку.
Недостаточно минералов. Это вы откуда вообще прорвались-то, интересно? Недостаточно минералов. База атакована. Есть, сэр. Артефакт почти заряжен. Продержитесь еще немного. Входящее сообщение. Вам приближается стая зергов. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. База атакована. Наши КСМ атакованы. Пока. Держимся, держимся, держимся. Наши КСМ атакованы. Держимся. Еще немножко. Давай, удиви меня. И чуть-чуть. Не должны вот сюда дойти. Иначе это бессмысленно. Это мрази-то, они стоят, ждут. Все, вот теперь атакуем. Вот база так вот, отлично. Атакована. База атакована. Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Блин, а будет у меня... Игра затянулась. Чем убить-то? Время умирать. Чем ее, точнее, убить. Есть. База атакована. Наши КСМ атакованы. Ох, ничего себе. Мне главное ее умотать. Ты заплатишь за это предательство. Не сдавайся. Я слышу голос Сары. Она теряет контроль. Так, давайте, чуть-чуть осталось. Ребят, мы должны добить все это дело. Атакованы. Артефакт полностью заряжен. Сейчас или никогда, генерал. Давай. Итак, мы дважды прошли эту миссию. Надеюсь, вам понравилось. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока и удачи.
Я здесь. Все хорошо. Вот, собственно, и закончился наконец StarCraft, с чем, собственно, я хочу вас поздравить, дорогие друзья. Ну и пожелать чего-нибудь хорошего, а также сказать, что, скорее всего, скоро выйдет новая часть StarCraft. И не так давно опять напомнили про пасхалки, я вспомнил, что, блин, а я ведь их реально не доделал, и надо будет тоже этим делом заняться, поэтому... В общем, проблем много, будем заниматься, будем доделывать, поэтому... Ждите, верьте, надейтесь. Тем более я обещал, что в августе все это дело будет потихоньку выходить, поэтому все круто. Я думаю, мы успеем все сделать как надо. Ладно, всем спасибо, всем удачи. Приходите на стримы, если они будут. Смотрите записи. Лайкайте, дизлайкайте в зависимости от вашего мнения. В общем-то, все у меня на сегодня. Всем спасибо, всем пока.